Понятно, сюсюканье. В мире столько работы, на этой в меня стреляют? Я аж позеленела от зависти. Я думал, это ты, что я с утра пожарил. Надо же. Можно воспользоваться 5-й поправкой? Конфиденциальность — это что-то среднее между острым и сладким. Оригинальный гик. Прошу. Может, после некоторых расчетов травка с математикой ладят так же, как кошки с собаками. Служба доставки. Мы доставляем еду и каннабис. Три смены доставки. Ненавижу, когда так получается. Правда, я бы и не подумал, мне показалось, ты очарователен. Знаешь, когда я раздражаюсь, я пишу злые твиты другим, а потом прячусь под столом и извиняюсь. Да, он и его попка здесь. Ты сейчас с ним? Боже, хотелось бы. Слова важны. Да? Попробуй это. В данной ситуации мы в дерьме. Что? Что это значит? Фред засомневается. Джинджер нас пристрелит. Стойте минуту, это неправда. Хотите... Хорошие облака. Думаю, я вижу лицо своей матери. Если бы можно было делать сантехнику из пряжи, я бы заработал состояние. Шерстяная труба. Отвечай. О, привет, Сьюзи. Привет, просто подпишите. Тож, я просто уберу свою здоровенную задницу с дороги. Надо все проверить. Я делаю ганджубасного ангела, как в воде большого каньона. У меня есть план. Давай. Все наружу и послушайте Эйса. Таити, я иду!